Банки вышли на рынок с новым предложением. Заемщикам теперь дают микроипотеку. Такой кредит будет выгоден тем, кто, к примеру, планирует обменять свою однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Клиенту не придется брать потребительский заем под высокие проценты. По микроипотеке ставка составляет от 8,7. Имущество при этом не идет в залог банку. Взять в долг можно от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Есть изменения в системе расчета за жилье по программе «Молодая семья». Ранее можно было направить на погашение ипотеки, но если ипотека была оформлена до конца 2010 года. А сейчас это прошло изменение, что действительно срок ипотеки не важен. Самое главное, что до получения ипотеки, до покупки семья была признана нуждающейся. Нужны деньги? Деньги взаймы. От 10 до 200 тысяч рублей. На срок от 2 недель до 24 месяцев. Телефон 698-896.